В Овідіополь приїхало понад 400 борців. Спортивний клуб «Мангуст» провів у районному центрі традиційний відкритий чемпіонат Одеської області з греплінгу «Гі» та «Ноу-Гі». Ежегодно ми проводимо такі в году два чемпіонати. Це один чемпіонат області, другий кубок. Перед чемпіонатом України відбираємо кращих спортсменів, які будуть представляти нашу область на чемпіонаті України. На удивлення було дуже серйозні ребята приїхали. Более 15 клубов, более 400 участников. Очень хороший состав, как всегда, вышел традиционный клуб «Мангуст». Особенно ребята с Овидиополя. Хорошим составом пришла команда «Измаила» приехала. «Бушикан» очень сильную команду выставила, бразильские «Джоджизы». И есть много других новых клубов, которые вот мы не знали о них, но они, оказывается, довольно неплохо выступают, сильные команды. И в дальнейшем будут с нами работать как с федерацией, так и клуб «Мангуст» є дійсно зразковий для селища Вільополі, мабуть, для всієї Одеської області, бо таких зайнятих дітей і таких, які захоплені таким видом спорту, ну, сьогодні знайти це треба постаратися. Тому я горжусь нашими дітьми, я дуже задоволена роботою тренера Фіряєва Олександра, який підняв на дуже високий рівень такі види спорту з боротьби, де діти дійсно відчувають себе сміливими, сильними, і саме головне, вони дружать, в них немає почуття ненависті взагалі. Вони разом відпочивають, вони дуже гарні роблять у нас по селищу чудеса, якими ми восхищаємося, коли бачимо в інстаграмі те, що вони викладають. Вони відпочивають з батьками, без батьків, вони такі речовки інколи розказують, коли йдуть на тренування, що заздріш дітям, що ми вже не такого віку. Тому спасибі їм велике, і я думаю, що ці діти мають великий хист в житті, мають бажання, мають мрії, і в них є дуже велике та гарне майбутнє. Вони присвячують себе спорту, а це дуже важливо сьогодні. Ще кілька років тому такої кількості спортсменів змагання не збирали. Спортивний клуб «Мангуст» приклав неабияких зусиль, аби греплінг став більш популярним. І ось тепер все більше батьків приводять своїх дітей на заняття. Ми пару років спробували, пропустили дітей там з 5 років, 6 років. Сьогодні вже були навіть 4-літні діти. А ще було ноу-хау, що батьки теж виступали, зробили окрему категорію вісову. 6 батьків з'явило бажання виступити. Были очень зрелищные схватки. Они раньше никогда не занимались борьбой. Это привели детей. А еще намечается, вот мамы тоже уже обращались, то как мамы тоже выступали. Я думаю, что как раз это вот именно семейный вид борьбы. Греблинг, он очень доступный, причем у нас специальные подготовки и возраст. Здесь от самых маленьких до взрослых участников, скажем так, даже ветерана, можно сказать так. Ну, если люди любят борьбу, хотят побороться, то почему не дать им такую возможность? Что-то выиграл, кто-то проиграл, все выиграть не могут. В этом для них главное участие, так сказать. Главное, что травм практически нет, что очень важно для любых соревнований. Лично для меня, как для судьи, это приоритет на любых соревнованиях. Довольно неплохие соревнования. Вижу, здесь конкуренция неплохая. То есть, особенно в маленьких категориях. Я смотрел по спискам, там по 15 человек в весе, по 17 человек в весе. Это довольно неплохо. Довольно неплохо для области. Этот вид спорта с каждым годом набирает все больше и больше популярность. Дети очень заинтересованы этим видом борьбы. Ну, я скажу, что я тренирую в Овидиополе, в этом же прекрасном вид спорта. У меня лично 240 воспитанников. Ви представляєте, да? Тобто всі йдуть, тому що їм цікаво, що це за вид спорту. На відкритий чемпіонат Одеської області з греплінгу приїхали спортсмени, які досягли певних висот. Це чемпіони та призери світових і європейських змагань. Організація місцевих заходів значно покращилася, кількість учасників помітно збільшилася, та й рівень їхньої підготовки тішить око, зазначають хлопці. Вернинг Мусаилян сьогодні показав хороший рівень організації. Хорошо проходит чемпионат Одесской области. Эти чемпионаты в первую очередь помогают направлять нашу молодежь в правильное русло, в спорт. Все наше перспективное будущее именно в спорте, именно в молодом поколении. Я могу дать один совет, это заниматься спортом, овладеть качеством мужчины, да, чтобы в любой момент ты мог элементарно постоять за свою семью, да, оставить свою честь.
О, занимайся спортом. Когда-то я тоже боролся на областных соревнованиях, выигрывал тоже неоднократно. И, честно говоря, сейчас уровень соревнований, организация, подготовка, количество детей разных возрастных категорий намного больше, чем было, когда я боролся, то есть на областных соревнованиях. И организация на очень высоком уровне. Здесь спортивный клуб «Мангуст» старается всякими своими возможностями с каждым годом все лучше и лучше проводить эти соревнования. Это для нашей области намного лучше, конечно, для развития, для детей. Конечно, я смотрю, там последний ковер у нас борется, там дети до 5, до 6 лет, там 7. Там есть такие звери, что я думаю, в будущем они будут чемпионами мира однозначно. Юні спортсмени з нетерпінням чекали обласного чемпіонату. Кажуть, змагання надихають на нові звершення. Нравится побыть на соревнованиях, потому что это прикольно. Тут мои друзья. И главное победа, главное участие. Бросать спорт нельзя, нужно идти дальше и тренироваться. Я выбрала этот клуб, потому что тут все сильно, тут все серьезно. И тут учат грэпплингу и всему то, что надо. Я начала заниматься борьбой, потому что мне очень нравится этот спорт. Я участвовала, но на областных я первый раз в соревнованиях. Я просто хочу победить, принести медаль какую-то. Мне больше всего нравится, что можно занять какие-то места и также можно набраться опыта. Мы будем стараться дойти до их возраста и побеждать всегда на всех соревнованиях. Батьки учасників уважно слідкували за перебігом подій. Вони пишаються своїми юними спортсменами та вдячні за можливість розвивати їхні здібності. Я когда-то сам занимался у тренера, у которого занимаются сейчас мои дети. Поэтому попробовал тэквондо, остановился на борьбе все-таки. Ну, молодцы ребята, что можно сказать. Не самый легкий вид спорта. Мы занимаемся уже 5 лет, ездим на разные соревнования. В данном случае это немножко не наше, мы джиу-джитсу занимаемся. И у нас немножко быстрее это все проходит. Здесь и ноу-ги, и ги. Но плюс в том, что ребенку дается еще шанс, да, то есть он может выиграть или, допустим, проиграл, да, в одной версии, то у него есть шанс и не нужно расстраиваться. Потому что иногда бывает ждешь, готовишься месяцами, да, а потом вышел 2 секунды, 10 секунд, проиграл и все, езжай домой. Здесь детки хотя бы, они могут набороться, да, в общем-то, это интересно, что две версии. В принципе, очень хорошо все, нам все понравилось. Очень бы хотелось, чтобы государство заметило нас, заметило не только наш клуб, все, естественно, потому что посмотрите, какие замечательные у нас дети. Чемпіонат Одеської області з греплінгу тривав близько 10 годин. Виснажені та щасливі спортсмени отримали заслужені нагороди. Змагання – це добра перевірка своїх сил, кажуть призери. Соревнования прошли хорошо, но для этой медали я много чего сделал, и это было нелегко. Но у меня получилось заработать это место. Там нужно делать разные позиции, и интересно их и учить, и нарабатывать. Было очень, так тяжело, хотя мне это нравится. Перед боем всегда чувствуешь волнение. А когда побеждаешь, это очень радостный момент, и даже не знаю, как его описать. Когда тем более побеждаешь у того, у которого еще на соревнованиях не побеждал. Плохо, когда спортсмен, например, проиграл и очень сильно злится, и потому что если у него еще один бой, то он может эмоции просто выплескивать, и негатив не даст ему победить. Соревнования учат держать эмоции, учат выдержки. Ты проверяешь себя, насколько ты хорош. Вообще выступать на соревнованиях – это круто, и это достижение в жизни. Спортсмены учатся на соревнованиях выплескивать эмоции, какой-то негатив. Когда ты побеждаешь, ты радуешься. Мне удалось завладеть
золотой медали, потому что я долго тренируюсь и опыта уже много, я выступала на многих соревнованиях. Організувати змагання такого масштабу непросто. Добре, що є небайдужі люди, які підтримують спорт в Україні, зазначив віце-президент спортивного клубу «Мангуст» Лернік Мусайлян. Хотілося б, щоб дане мероприятие підтримував не один Магомед Макдеев, який взяв на себе огромну таку ношу. Помагає не тільки обласної федерації, помагає спортивному клубу, но помагає збірна України виїжджати на соревнования. Недавно наша збірна була на чемпіонаті Європи. И занял общекомандное третье место. Конкуренция очень сильная. Представник нашего клуба тоже Ваня Малин занял третье место. В этом году они все лицензионные на всемирные игры, которые в 2021 году. Со стороны государства, как видите, нет никакой поддержки. Будем немножко критиковать их. Опять же, родители, Магомед Макдеев. И вот, знаешь, как мой товарищ, друг, базовый Духогорный Орел, в этом году тоже заявил желание оказать помощь нашим ведущим спортсменам, бесплатный отдых на базе отдыха. Відкритий чемпіонат Одеської області з греплінгу дає можливість борцям зробити новий крок до великої спортивної кар'єри. А значить, Україна буде прославлятися на світовій арені ще багато років.